Всем привет! Мы находимся на Фарерских островах. Мы сюда прилетели на неделю посмотреть на всю эту красоту, насладиться видом и хорошо провести время. Мы расписали прям программу на все 7 дней. Сегодня у нас первый день. Мы только прилетели, летели через Копенгаген. Вот, наконец-то немножко раздышались, поели. И вот сейчас вот уже наконец-то нашли время пойти посмотреть что-нибудь очень красивенькое. Сейчас вот мы идем по этой дорожке, мы возвращаемся от пальца тролля. Это такая скала в виде пальца, очень красивая, вообще просто бомбезный вид. Прям такой, что ух. Мы взяли на все 7 дней в аренду машину. Она нас ждала в аэропорту. Очень так интересно было, что вот мы пришли, она была абсолютно не заперта, и нам как бы с ними об этом было сказано. Ключи и документы на машину были в бардачке. Мы просто пришли, сели и поехали. Вот. Без машин тут перемещаться очень сложно, потому что очень мало тротуаров. В основном как бы это только дороги-дороги, абсолютно маленькие, узенькие, но прям вот такие они зрелищные, просто обалдеть. Первые две ночи мы остаемся на основном острове Вагар. Тут мы проведем две ночи в кемпинге. Мы уже раскинули палатку. Прямо через дорогу у нас море. Вообще очень классно. Вот. Еще следующие три ночи мы будем жить в доме на другом острове. И завершающие две ночи у нас в отеле. Еще на одном острове. Это все, конечно, буду рассказывать по мере нашего передвижения. Но пока в планах вот так вот. Ведет к нему длиной 4 километра в одну сторону. С апреля месяца этого года сделали платный вход на эту тропу. 200 датских крон с человека. Взрослого. Фарерских. Фарерских, да, извините, фарерских. Вот. Пойдем посмотрим. В принципе, как бы сейчас уже 6 вечера. Мы надеемся до темноты управиться, потому что в темноте мы ничего не увидим. Да и не хочется по этим камням, честно говоря, скакать в темноте. Вот. Поэтому пойдем посмотрим. Сейчас влажно. Наш болезнь утром. Ланка, Ланка, скажи нам что-то. Мы все еще идем к этому водопаду. Дорога не тяжелая, но тем не менее, вон видно, куда мы должны прийти. И примерно вот столько же мы уже прошли. Поэтому нам еще идти вперед и назад. Есть чем заняться. Теперь мы забираемся на самый верх. О! Здесь делают лестницу. И она даже будет когда-нибудь. Но не сейчас. Фу. А вот ради чего мы сюда шли. Фу.
Нам теперь к озеру. Туда. Обходить не хочется, пойдем напролом.